проиграли, всегда плохо. Когда проигрываешь, всегда, можно сказать, плохо сыграли. А так, в меньшинстве, можно сказать, неудачно отыграли и пропустили 3 гола. И на булитах надо было выигрывать. Хотя в конце сравняли. Обычно такие матчи, когда в конце сравниваешь, обычно выигрываются, а у нас наоборот что-то. Изначально как бы Салават был фаворитом, но вот до третьего периода этого не было видно. Чего не хватало в двух стартовых игровых отрезках? Я даже не знаю, может быть, скорости, потому что в третьем проигрывали и побежали опять все на ворота. В принципе, началось больше бросков, было больше накала на ворота. И, ну, наверное, все-таки скорости агрессии какой-то. Свою заброшенную шайбу как прокомментируешь? Вы уже наигрываете эти комбинации на тренировках? Да, ну, конечно, стараемся. Мы в большинстве давно уже не могли забить. Сколько матчей? 5, наверное, что ли. Вот сегодня там, повезло, мне хорошо отдал. Сыграли, осталось там подставить, можно сказать. Для тебя, Воробьева, это заключительная игра перед отъездом в молодежную сборную. В связи с этим какое-то дополнительное давление ощущала на себе? Да, давление, но вообще, мне кажется, вообще никакого не было. Просто наоборот, хотелось хорошо сыграть, порадовать болельщиков и на хорошей ноте уехать в сборную. Ну, не повезло. Как настрой перед чемпионатом мира? Хороший настрой. Сейчас приедем, там начнутся сборы, и нам будет также укладываться на тренировках и подать состав и в хорошей форме подходить к чемпионату мира. Что бы хотел пожелать ребятам, юлаевцам, пока ты отсутствуешь? Ну, конечно, побед и не только ребятам, болельщикам, что приходили, поддерживали также команду. Ну, а ребята, я думаю, справятся все. И я буду следить, конечно, за всеми матчами, ну, буду болеть так же, как все вы.